Тишина и покой, будто вся жизнь замерла в нем, будто он необитаем. Но это лишь кажется. Множество насекомых летают и ползают всюду. Они таятся на каждой ветке, на каждом листе. И под корой. Земле и под землей. Соблазняет увертливый жук-водолюб. Промахнулась, зато личинка стрекозы попала на завтрак. Муравьед почуял добычу.
заработал длинный язык. Покушал. Лягушка-древесница в поисках пищи. Заметила. И жучка как не бывало. Богомол, свирепый хищник. Этот не промахнется. Одну про запас, другую к обеду. Росянка особыми стебельками медленно захватывает прилипшую муху. Это длится около 3 часов. Своеобразная форма тела и покровительственная окраска скрывают насекомых от врагов. Эти оригинальные насекомые называются палочниками.
за лакомой добычей. В чем дело? А вдруг укусит? Жалко расстаться. Странные вещи бывают на свете. Захотелось Мишке полакомиться. Не понравилось. Но меда очень хочет. Опять неудача. Это совсем не сладко. Так некоторые насекомые прогоняют непрошенных гостей.